Ну, то есть, первая пятилетка — индустриализация, коллективизация, культурная революция. Ну, будем начинать? Давайте. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о формировании советской модели социализма или так называемого социализма. Есть некоторый спор, вообще можно ли это называть социализмом, что у нас получилось. О том, как в нашей стране появились коллективизация, индустриализация, культурная революция. И о том периоде, когда коммунисты, пришедшие к власти в нашей стране, искали пути развития. Как будет строиться это новое общество, какой ценой оно будет строиться. Лучшие интеллектуалы нашей страны, не только коммунисты, но и бывшие кадеты, эсеры, меньшевики, все это тоже обсуждали, нашептывали коммунистическим вождям на ухо, потому что многие из них работали просто их советниками. И в итоге драматической схватки в верхах получился тот вариант развития, который мы дальше знаем в ходе истории. Почему так важно, так интересно обсуждать вот именно этот период внутрипартийной борьбы, этих дискуссий? Потому что это то семя, из которого выросла, ну, по сути, наша с вами современная жизнь. Могли быть избраны другие варианты развития. Но был заложен тот путь, который дал нам и сталинские 30-е годы, и вот эти промышленные гиганты, и, с другой стороны, вообще вот это все социалистическое развитие, весь этот советский период и даже после Второй мировой войны, который пришел в определенный тупик в 70-е и 80-е годы, это все рождалось именно в этих дискуссиях 20-х годов, периода НЭП. Начать мы, конечно, должны с 1921 года. Заканчивается Великая Российская революция, уже заканчивается Гражданская война. В марте 1921 года на 10-м съезде РКПБ, Российской коммунистической партии большевиков, провозглашается Лениным новая экономическая политика. Коммунисты отказались от прямого лобового штурма, от того, чтобы вот сразу, буквально за несколько лет, создать коммунизм. Население к этому не готово, страна в большей части крестьянская, большая часть людей живет в деревнях, а по коммунистической этой идее, марксистской, необходимо, чтобы все-таки большая часть населения была городским населением, чтобы люди работали на фабриках, даже на селе, даже в сельском хозяйстве должны быть крупные хозяйства, тогда их можно планировать. Вот такая была идея, что план, он должен опираться все-таки на крупную промышленность, прежде всего, которая производит основную массу промышленной продукции, в значительной степени на крупные сельские хозяйства. Как к этому прийти? И вот Ленин в последние годы своей жизни, в последних письмах и статьях, иногда говорят, это ленинское завещание, пытался суммировать опыт большевизма и найти какой-то выход из того положения, в котором страна оказалась в конце гражданской войны. Ведь это же разруха. Промышленность в развале, железные дороги в развале, а мы хотим коммунизм строить, мы хотим перегнать капитализм по производительности труда. А как это сделать? Для начала нужно восстановить то, что есть. Новая экономическая политика, она как раз и была призвана заинтересовать крестьян в том, чтобы работать как можно лучше, потому что раньше у них по продразверстке практически все отнимали. А теперь крестьянин получает возможность, заплатив продналог, а потом это будет денежный налог, уже очень быстро, с 23-24 года, расплатился, все, остальное твое. И ты уже начинаешь работать на то, чтобы твоего было больше, ты начнешь этим торговать, продавать это на рынке, государство тоже будет у тебя покупать, то есть идея была такая, что государственный сектор остается лидирующим, он покупает прежде всего продовольствие. У государства появляется вот этот запас продовольствия, который поступает рабочему классу, рабочий более обеспечен, начинает тоже лучше работать.
Излишки продаются на внешних рынках, можно купить технику. На Западе более передовые технологии, они определяют цены. Передовую технику можно у них купить. Более выгодное положение той страны, у которой передовая техника. Нельзя построить коммунизм, если у тебя нет передовой техники. Значит, нужно построить передовые предприятия. А где взять на это средства? Вот эта проблема, где взять на это средства, она была ключевая. Она была ключевая для всех экономистов, всех политических направлений. Вторая проблема – наше население должно состоять из высококультурных людей, которые смогут работать с этой техникой. А мы смотрим на крестьянскую Россию, 73% населения практически не умеет читать и писать. Как они будут с передовой техникой работать? И вот вы уже понимаете, какие идеи назревают и в голове у Ленина. Мы, партия пролетариата, партия, которая за коммунизм, за социализм, она захватывает власть, и после этого начинает систематически работать над повышением культуры населения. То есть такой путь просветителей 18 века, но в 20 веке у нас нет времени, мы быстро его пройдем, вот с помощью государства. Ленин начинал с культуры, это было достаточно мудро, потому что еще в период гражданской войны большевики уже многое сделали. Они, в частности, ввели такую программу ликбеза обязательного образования, начального образования для всего населения. Вот эти 73% царской России неграмотных, они стали понижаться все-таки. Кое-что удалось сделать, но все-таки такими штурмовыми военно-коммунистическими методами, где-то из-под палки, где-то быстренько между боями, бойцов там учили, но все-таки пока эта задача не была решена. Но это ведь не только первичное образование. Нужно сформировать новую культуру коммунистическую, потому что пока буржуазные специалисты только носители культуры. Буржуазные специалисты лучше нас знают, как работают фабрики, инженеры, но они же не наши, они не коммунисты, они не наши, они не вместе с нами. Это люди, которые свою идеологию проводят через художественные произведения. Нужно, чтобы через художественные произведения шла только наша идеология. И, в конце концов, даже само регулирование производства. Ленин выступает за создание мощного интеллектуального центра, Госплана, который будет все планировать. Как мы знаем, Ленин умирает в январе 24 года, и в партии начинаются дискуссии по поводу вот этого его наследия, по поводу его последних статей. Каков план Ленина? Сначала мы боремся за культуру. Но параллельно мы меняем социальные отношения. В статье о кооперации Ленин говорит о том, что мы должны объединять крестьян постепенно, добровольно, что очень важно, в кооперативы, то есть более крупные хозяйства, где он постепенно приучается к тому, что нужно сначала вместе продавать свою продукцию, вместе приобретать товары, потом, может быть, вместе координировать производственную деятельность, потом, может быть, вместе купить трактор. То есть возникает крупное производство, но сельскохозяйственное. Там же мы повышаем наш культурный уровень. То есть для Ленина важно, что культура должна вот проходить через эти кооперативы. Культурная программа, вот эта вот культурная революция очень связана с кооперацией. Это две идеи почти неразрывные у Ленина. И, наконец, последний очень важный момент «Лучше, меньше, да лучше» — такая статья Ленина, где он говорит, что очень важно постепенно накапливать, вот что мы получаем с крестьян, что мы получаем благодаря росту производительности труда, восстановлению промышленности, постепенно накапливать и лучше, меньше, но качественно, да лучше, да качественно строить предприятие за предприятием, постепенно идти к мощной промышленности. И Ленин делает очень важный вывод, что социализм можно построить вот прямо у нас в одной стране, у нас все для этого есть, чтобы строить и построить социализм. То есть совершенно новое общество, не надо ждать мировой революции. Большевики до этого думали, что произойдет революция в Европе, и старшие товарищи из Германии, из Франции, из Англии нам помогут здесь строить социализм, дадут нам новую технику. Нет, вот этой халявы не будет. Нужно самим постепенно накапливать, строить новое общество. Эта идея, почему я заговорил о ней как бы в связи уже со смертью Ленина, была высказана в последний момент в одной из статей и не сразу проникла в большевистские массы. Большевики начинают спорить, что делать дальше. Троцкий говорит, нам необходимо жестче нажимать на крестьян, хватит отступать. Вот мы уже дали им обрасти жирком. Теперь этот жирок нужно собрать, бросить его в строительство новых предприятий, потому что без этого мы не сможем двигаться дальше. И надо сказать, что некоторое время эти идеи
не выглядели убедительно, потому что российская промышленность восстанавливалась. Была проведена финансовая реформа, более или менее твердый рубль появился, так называемый червонец, можно было этими деньгами пользоваться. Ну что вы, товарищ Троцкий, бередите вот это, вот что вы нам мешаете наслаждаться результатами НЭПа, очень даже неплохими, если говорить о первых годах. Но скоро пошли сбои, потому что если рыночная сфера была в крестьянской среде, то промышленность все-таки осталась в государственных руках в основном. Там вводились элементы рыночности, так называемый хозрасчет, были промышленные тресты, которые даже должны были конкурировать друг с другом, но это же все были монополии. Монополии могут назначить любую цену. Крестьяне перестали покупать эту продукцию, начался кризис затоваривания. В результате стало ясно, что вот если на крестьян нажать, ну, крестьяне просто ответят тем, что не будут покупать, не будут выращивать продукцию. Поэтому преобладание получила другая точка зрения, которую отстаивал идеологически наиболее последовательно Николай Бухарин. Вместе с ним был согласен председатель правительства Рыков и руководитель профсоюзов Томский, который отвечал как раз за благосостояние рабочего класса, что очень нажимать не нужно, нужно накапливать постепенно, шаг за шагом, вот как Ленин говорил, лучше меньше да лучше, и мы скопим такое количество финансов, что мы сможем построить эту передовую промышленность. А между ними были люди, которые скорее больше умели работать вот с технологией власти, хотя у них были свои идеи. Это генеральный секретарь Центрального комитета РКПБ, а с 1925 года это ВКПБ, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, товарищ Сталин. И с ним более или менее были согласны два очень влиятельных таких наследника ленинских идей, Зиновьев и Каменев. Очень влиятельные люди, так называемая тройка, или даже по-римски говорят триумвират. И вот триумвират Сталин, Зиновьев, Каменев балансировали между этими двумя группами, они выстраивали более жесткий аппарат управления и пытались в какой-то степени слушать аргументы двух сторон. Затем мы видим, как обостряется, стремительно обостряется борьба в партии, просто несколько этапов этой борьбы я здесь должен изложить. В январе 24 года 13-я партийная конференция все-таки эти идеи осудила. Хотя был достигнут некоторый компромисс, официально, конечно, в партии должна была быть демократия, и официально мы, верхи крестьянства, должны прижимать кулаков. Но затем, почувствовав себя победителем, идеолог другого, умеренного направления, Бухарин даже заявил, что крестьянам нужно сказать «обогащайтесь», нет ничего в этом страшного, зарабатывайте. А в разгар вот этого экономического послабления продолжалась довольно острая личная борьба между большевистскими вождями, которые в конце этой борьбы уже просто ненавидели друг друга, потому что Троцкий напомнил Зиновьеву и Каменеву, своим обидчикам, что они себя штрихбрехерски, предательски вели в 1917 году. Сталин, Зиновьев и Каменев напомнили Троцкому, что он сам был меньшевиком. С другой стороны, Зиновьев и Каменев, которые отстаивают некоторые ленинские идеи такие догматического свойства, подвергаются удару со стороны Бухарина как идеолога. Внутрипартийная демократия постепенно сужается. Сторонники любых оппозиций убираются с ответственных постов, становятся все менее влиятельными. В конце концов, Зиновьев, Каменев и Троцкий, которые ненавидели друг друга еще два года назад и очень остро друг с другом боролись, они объединились. Возникла в 26-м году такая объединенная оппозиция. Снова атаковали со своей критикой курс Сталина и Бухарина. Снова все партийные решения были против них. Они все-таки 7 ноября 27 года попытались провести свою оппозиционную демонстрацию, которая, конечно, была жестко пресечена, разогнана, произошли аресты. И в декабре 27 года лидеры левой оппозиции, вообще все, кто к ней причастен и настаивает на этих идеях, исключаются из партии. Но одновременно, парадоксальным образом, сталинское руководство, Сталин, Молотов, в меньшей степени Бухарин, принимают многие идеи вот этих оппозиционеров, потому что те говорят, ну смотрите, мы хотим индустриализацию, то есть создание современной промышленности. Крестьяне не дают нам достаточного количества денег на это. Они не дают, они вот выращивают сколько им нужно, продают немножко излишков, и у нас не накапливается. Значит, у нас не будет индустриализации, мы будем просто сырьевым придатком к миру капитализма. Мы не за это боролись. Тогда возникает вопрос, что нам делать с этим крестьянством? И вот тут начинается новый виток борьбы, когда Бухарин говорит, другого пути нет. Ну, может быть, немножко поднажать, может, Троцкий был чуть-чуть прав. А Сталин
курит трубку, помалкивает, но он помнит эту старую ленинскую идею коллективизации, которая много раз в партии проштамповывалась, что это правильная идея. Там 14-й съезд партии сказал, что нужна коллективизация, то есть больше кооперативов. 15-й съезд партии говорит, нужна индустриализация. Никто не знает, как это сделать. Сталин курит трубку и думает, я этих крестьян заставлю дать больше. Но для этого мне нужно, чтобы не каждый крестьянин сам вел хозяйство, а чтобы эти хозяйства укрупнились, тогда их легче контролировать, поставить начальников над ними. Начальника под угрозой просто ареста, а потом и расстрела, но в эту эпоху еще скорее ареста. Заставить контролировать этих крестьян так, чтобы они отдавали, сколько с них потребуется. Вот она суть коллективизации-то на самом деле. Что касается культурной революции, все признают, что это важно, но она отходит на задний план. Это такое вспомогательное средство, что для того, чтобы крестьянин пришел на завод и там нормально работал, мы должны научить его читать, писать. Мы должны сделать новую интеллигенцию. Индустриализация – ключ к этой триаде. Нам нужно построить современную промышленность, для этого нужно выкачать средства из крестьян, для этого нужна коллективизация, и нужно, чтобы население было послушное и более-менее образованное, чтобы работать на фабриках. И последним, кто сказал, что все-таки давайте ленинские идеи совсем-то не выбрасывать, это был Бухарин. По идее Бухарина, крестьянин должен был давать все больше и больше и больше хлеба, и тогда больше и больше средств на строительство промышленности. А крестьянин стал давать меньше хлеба, потому что никакого интереса ему давать больше хлеба особенно и не было. И в итоге в конце 27-го года уже пошли очереди за продовольствием, которых не было со времен, можно сказать, гражданской войны. И это был серьезнейший кризис НЭПа. В определенной степени он пришел к некоторому тупику. Нужно было выбирать какую-то другую модель. Сталин, его окружение, Молотов, Куйбышев не пришли к выводу, что нам нужна жесткая вертикаль управления, чтобы как раз продавить эту концепцию, продавить эту модель. Заставить крестьян дать хлеб, бросить это продовольствие и другие ресурсы страны на вот эти стройки первой пятилетки и на закупки оборудования для них, заставить рабочих работать интенсивнее и получить результат. Как бы как барон Мюнхгаузен, вытащить вот за эту косу, силовую косу, вытащить из болота, из вечного русского болота нашу экономику. Экономисты долго думали, какие возможны варианты, и опирались они на традицию ГОЭЛРО. Но план ГОЭЛРО был выполнен к 1927 году, и теперь хотелось чего-то более масштабного. Этот план не предусматривал создание очень крупных электростанций. Теперь говорили, давайте построим гиганты. Например, Днепрогэс на Днепре. Это будет электростанция, которая обеспечит металлургические предприятия, которые мы построим рядом с ними. А они, эти металлургические предприятия, Запорожсталь, Азовсталь, другие, они обеспечат чугуном и сталью наши машиностроительные предприятия. Харьковский тракторный, потом Сталинградский тракторный. Будет у нас новое автомобилестроение в Москве. На базе старого завода АМА мы сделаем завод, который станет потом известен, завод имени Сталина, завод имени Лихачева, ЗИЛ. Возьмем западную технологию какую-то и прямо от начала до конца имплантируем где-то на наших бескрайних просторах, и так появится Горьковский автозавод, тогда Нижегородский сначала, который будет выпускать Форды, которые мы будем знать как ЗИСы, но потом на этой базе будет развиваться уже и наше собственное советское автомобилестроение. Будем строить трактора, они пойдут в деревню, они повысят производительность труда, заодно и танки построим, что очень важно на тех же заводах, ведь кругом империалистическое окружение, нужно и страну защищать. В итоге вытащим страну на новые даже отрасли, авиастроение, электротехника, станкостроение, то, чего нет во многих, в большинстве стран мира этого нет, а у нас это будет. Выстраивается вертикаль чиновников и в экономической сфере ВСНХ, и в партийной структуре, которые будут беспрекословно выполнять решения Политбюро ЦК КПСС. И только так Сталин видит возможность переломить эту ситуацию и силовым рывком прийти к этому результату. Первое – индустриализация. У нас будут крупные фабрики. Коллективизация у нас будет управляемое крестьянство, которое даст
то, что от него требуется. Культурная революция. Теперь у нас будет управляемое население, которое будет читать советские книжки с советской правильной идеологией, хорошо читать, считать, выполнять промышленные задачи. В январе 28 года, между тем, партия уже практически переходит к этим новым методам. Хлеб начинают у крестьян отбирать. Бухарин протестует, отметаются эти протесты. И становится ясно, что вот уже еще одного года у нас нет, потому что крестьяне уже спрячут свой хлеб на 29-й год. Нам нужно форсировать коллективизацию, и нам нужно уже форсировать индустриализацию. Плановики, где было много старых специалистов, разработали два варианта плана. Один отправной. Это то, что у нас уже есть. Это то, что при хорошей погоде, при хорошей внешней экономической ситуации мы можем использовать на внешних рынках и построить вот такое-то количество промышленных предприятий. И оптимальный – это в идеальных условиях, что получится. Партия уже не слушает этих специалистов, тем более их репрессируют активно в этот момент. Давайте оптимальный. Давайте даже немножечко увеличим, что в этом оптимально. 78% капиталовложений идет в строительство новой промышленности, в капиталовложение. Это значит, что не будет производиться в эти годы, что сможет купить крестьянин. Значит, у крестьянина можно только отобрать продовольствие. Но зато смотрите, какие результаты. Все капиталовложения в полтора раза больше, даже более чем в полтора раза больше, а в промышленность в 4 раза больше. Но в этот момент коммунистам крупно не повезло. В мире началась Великая депрессия. И вот это был настоящий шок, который недооценивают. И Сталин тогда нажимает на еще одну кнопку. В ноябре 29 года он произносит свою знаменитую речь и публикуется это. Год великого перелома. У нас дела идут так хорошо, товарищи. А он знает, что дела идут ужасно. У нас дела идут так хорошо, товарищи, что мы еще повысим темп. То есть расчет был на то, что уже вот эти тонкие планы не сработают. Нужно нажать, выжать из страны вот все, что можно, и посмотреть, что получится. То есть как бы мы уже набрали разбег, остановиться нельзя. Как вы понимаете, это очень общий очерк событий, очень беглый. Нужно читать и литературу, есть и мои работы на эту тему, и работы коллег. Есть первоисточники. Сейчас очень много публикуется документальных материалов и статистических материалов, которые раньше были засекречены. И нам говорили, что пятилетка успешно была выполнена. Сейчас мы понимаем, что это было не вполне так. Но в этом и драматизм ситуации. Эти люди не знали, чем все это кончится. Мы сегодня знаем, чем все это кончилось, хотя и спорим об этом. А они шли неведомой дорогой. Это чрезвычайно интересно.